Да, с вами я, Лёва, и сегодня я вам покажу, как покрасить броню в Майнкрафте. Да, у меня скин немного изменился, просто я свой старый не мог найти. Так, приступим. Если что, делаю я это на планшете, так что вот. Я думаю, некоторые пытаются покрасить, но это у кого какая версия, смотря. Думаю, некоторые пытаются покрасить. Вот, допустим, я возьму красный краситель и кожаную куртку. У некоторых не получается покрасить просто вот так вот. Это нормально. Потому что может быть так, что это можно красить другим способом. Сначала мы берем котел, ставим его, наливаем в него воду. Дальше даже берем любой краситель любого цвета, нажимаем на котел, вода красится. Потом берем туда, допустим, кожаную куртку, и вот, и она у нас покрасилась. Вот так вот могу весь сет покрасить. Вот. Сейчас я вам покажу, что у нас получилось. Вот, смотрите. Вот так вот у нас получилось. Это вариант, как покрасить броню. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был я, Лёва. Всем удачи. И всем пока.